Убийцу в белом халате поймали ППСники. Теперь вся слава им. Где справедливость? Они говорят, он сам под машину бросился. Так хотел, чтобы его поймали. Почему на меня с повинной никто так не кидается? Может, потому что от твоей рубахи за версту женскими духами несет, а? Вот-вот. Перепутал стиральную машинку со страстной незнакомкой. Знаю, проходили. Вот и я думаю, может жениться? Ага. На стиральной машине. Никакой ревности, никаких угрызений совести. Прям как у него. Ни в одном глазу, а? Лёня, иди завтракать. Сначала кашу. Я в школе поем. Кажется, только мне одно это нужно. Я задержусь сегодня на работе. Ну, ешь уже ты хотя бы, а то остынет. А масло нет, что ли? Ладно, все, я пошел. Пока. Доброе утро. Да посыт. Я что-то не помню, чтобы мы на «ты» переходили. Слушай, ну, знаете, эти несчастные 5000, ну, почти все сдали уже. Шлагбаум мы заказали. Ну, не мне же одному это нужно. Мне точно не нужно. Как тебя только жена терпит. Считайте, вопрос с инвестициями решен. Доброе утро. Алексей, 5 минут. Хорошо. Садись. Я нашел его. Давай своими словами. Илья Александрович Ладынин, 42 года. Закончил наш мед. С института прилипло прозвище «Ланцет» за любовь к хирургии. Ну и с фамилией созвучно. Характер тяжелый. Почему стоим? Для кого перекрыли? Еще он это… Не в себе, что ли? Да нет, как сейчас модно говорить. Социопат. Добрый день, инспектор Сидоров. Вы медик? А вы инспектор ДПС? А как специалист? Как специалист он лучший. Ведущий кардиохирург в областной больнице. Ты врач или нет? Вам что, больничный нужен? Там авария, женщина ранена. Может, посмотрите, пока скорая едет. Побыстрее, пожалуйста, она там еле дышит. Как изо рта пахнет. Тоже мне одолжение сделал. Это твоя работа. Если бы каждый занимался своим делом, я бы здесь сейчас не торчал. А вы еще Витку проверьте. Операция уже завтра. Потерпи, потерпи, родная. Скоро сейчас приедет, сейчас. Сделайте же что-нибудь! Нет, сейчас, отойдите, сейчас. Отойдите, потерпи. Разойдитесь. Вы врач? Не мешайте. Убери его. Не мешайте доктору работать. Отойдите в сторону.
Так, пульс слабый, брадокардия. В общем, 15. Что ж, будем оживлять. О, реагирует отлично. Зон, зонтики сделайте. Дыхания нет. Бинт доставай. А, бинт. Давай. Так. Амбушку доставай. А? Дынин, откуда у тебя амбушка? У вас спер. У меня была остановка кровообращения, я запустил. Давайте ее на носилки. Когда очнется, скажете, что больше за рулем не красилось. Бикарбонат натрия и преднизолон. А мне что делать? Первый раз, что ли? Ну, такой первый раз. Садись в машину, включай люстру и за ними. Ну, а протокол как же? Ай. Я с вами, я муж. За хамство? Конечно, хамство. Ставить машину на места для персонала больницы. А куда мне ее ставить? Да куда угодно, он хотя бы в кусты. И вас добрым утром. Илья Александрович, могу я с вами поговорить? Вы завтра оперируете Михайлюка. Острая аневризма левого желудочка. Запоминаете людей по диагнозам? Вы кто? А, коллега, управляющий с его компанией. Скажите, эта операция, она очень опасна? Опасно даже зубы вырывать. Ваш начальник мне доверяет. Сделайте то же самое. А я читал, что при открытой операции на сердце и некоторых осложнениях исход может быть непредсказуем. Летальность составляет до 80%. Что скажете? Такое впечатление, что вам денег должен. 80% – это очень много, и тут все зависит только от вас. Нет, не только от меня. Знаете, еще можно пойти в церковь поставить свечку за здравие. Всего доброго. А мы не закончили? Закончили. Да, о комнатных растениях в холле я уже говорила. У меня все. Хорошо, спасибо. Медсестры свободны. А у Лады и на что? Свободное посещение? Мы же из-за него вроде все собрались, да? Вся больница готовится к операции, ему как всегда. Вы, Дмитрий Константинович, в чужом глазу соринку ищете? В своем-то бревна не проглядите. На сегодня мы закончили. Прошу всех пройти к своим рабочим местам. Который час, знаешь? Без 10:09. А что, планерка не для тебя? Ты помнишь, что ты еще часть коллектива? Коллектив не дает мне этого забыть. Вот и не забывай. Успех твоих операций зависит в том числе от них. Это к сожалению. На тебя опять жалоба. А вот это неудивительно. Зачем ты перевел ЦИБУ в инфекционное отделение? Может быть, потому что у нее инфекция. А ты ей не мог этого объяснить? Я же не учу вас делать операции. Зачем вы меня учите делать вашу работу? В смысле? Ну, разбираться с жалобами. Это же ваша работа. Пойду к коллективу. Валентина Ивановна, подпишите. Нормально? Отлично. Продолжим, Олег Романович? Продолжим?
А мы разве еще не закончили? Статью дадите потом почитать? Конечно, это будет серия статей, я же говорила. А чем вызван такой интерес вашего издания к медицине? Так он и не пропадал. У вас самая крупная больница в городе, а больница в провинции – это, как известно, очаг социальной стабильности. Очаг социальной стабильности? Знаете, как-то странно звучит. По-моему, это оксюморон. Ну, хорошо, неважно. Ну, задавайте вопросы, что вас еще интересует. Скажите, а правда, что у вас будут оперировать Михалюка? Ох, 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 Светочка, ничего от вас не скроешь. Ну, профессия такая. А на самом деле это удивительно, что он будет оперироваться у нас, а не где-то в Америке или в Израиле. Ну, так у нас врачи не менее достойные. Например, Ладынин Илья Александрович. А он и будет оперировать Михалюка? Вы меня с ним познакомите. Я хочу написать статью «Один день из жизни хирурга». Ну, знаете, кроме Ладынина у нас есть и другие прекрасные врачи. Например, Глеб Олегович. Молодой, очень талантливый, кстати говоря. Реаниматолог, кардиолог. Очень вам рекомендую. Мы про него напишем. Замечательно. Ну что ж, в таком случае, хотите небольшую экскурсию по больнице? С удовольствием. Прошу. Глеб Олегович, что вы делаете? Тебе что, не нравится? Если кто-нибудь увидит. А я дверь закрыл. Накаркал, а? Сейчас. Посиди. Здравствуйте, Глеб Олегович. Скажите, а могу я папу домой забрать? Хорошилов из пятпалаты. Ему же лучше. Вы сами говорили, что ему ничего не грозит. Ну, конечно, ничего не грозит, он же в больнице лежит. Вы сказали, что все анализы в порядке, а завтра у него юбилей, ждут все. Я отблагодарю. Нужно подписать отказ от госпитализации. А, конечно. Зайдите, пожалуйста, попозже, хорошо? А, спасибо, до свидания. На чем с тобой остановились? Что ж такое, а? Все, только не одевайся. Это мы этот уровень с тобой никогда не пройдем. Да? Глеб, ну что ты закрываешься-то? Да пусти, пусти, не закрывайся. А вот этот наш Глеб Олегович. Олег Романович, это не то, что вы подумали. Здравствуйте, Илья Алекс. А это ваше что? Аркаш, к обходу все готово. Да, все готово. Только у Шкаленко еще не готова биохимия крови. Какой у нее диагноз? Ну, это тот с панкреатитом. И пациентка, которую мы перевели в инфекционную. Да, Циба, я знаю. Желакова у меня уже про нее все высказала. Давай, через 5 минут выходим. Угу. Добрый день. Вот, пожалуйста, хочу вас познакомить. Это журналистка Светлана... Розанова. Розанова. Из еженедельника «Новоградские ведомости». Светлана хочет сделать репортаж «Один день из жизни хирурга». Ну, то есть, собственно говоря, из вашей жизни, Илья Александрович. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Угу. Прессу попрошу не обижать. А вы работаете, работаете. Мне сказали, вы лучший. Подло. Соврали. Отвернитесь, пожалуйста, я стесняюсь. Так что, пока есть время, можете поменять объект своего интереса. На кого? Ну, например, на зав. Кардиологии. Глеб Олегович. Ведь замечательный кардиолог, реаниматолог. Я думаю, вы с ним найдете общий язык. Вам так просто от меня не избавиться. А что это, у вас там кровь была? Кровь? Да, кровь. Я обычно на завтрак младенцев ем. Извините. Аркаш, пойдем. Я с вами. Илья Александрович, я подготовила несколько вопросов. Как вы относитесь к кодексу Хаммурапи? Никак. Я даже не знаю, о чем вы. Если врач лечил больного с помощью скальпеля и нанес ему тяжелую рану, вызвавшую смерть, то тогда ему должны отсечь руку. Вам нравятся хирурги без рук? Как вы считаете, почему у врачей такое специфическое чувство юмора? Чтобы отшивать бесцеремонных людей.
У вас завтра ответственная операция? Да. К счастью, завтра вас здесь уже не будет. Буду, это часть статьи. Один день из жизни хирурга? Вы выбрали не тот день. Да, и вы не знаете, что такое правило внутреннего распорядка больницы? Наличие халата и бахил. У вас нет ни одного, ни другого. Так что будьте любезны, покиньте больницу. Разрешите. Илья Александрович. Хорошо, хорошо. А ты надави. Надави. Ко мне на следующей неделе китайцы приедут, мне просто им нечего предложить. Да-да, возьми их за глотку, мне нужен этот контракт. Все, извини, тут ко мне люди пришли, мне неудобно разговаривать. Все, выполняй. Извините. Добрый день. Ну что, значит, завтра? Но я надеюсь, ничего не почувствую. Если что-то почувствуете, можете написать жалобу. А когда я смогу выйти на работу? Уважаемый. Геннадий Сергеевич. Для успеха операции мне ваше имя без разницы, только диагноз. Так что о работе можете пока забыть. Нет, вы не понимаете. У меня трудится несколько тысяч человек. Без меня просто вся эта махина встанет. И вы же слышали. Знаете, не знаю, обрадую вас или нет, но свято место пусто не бывает. А вы себя уже загнали. Скажите, а почему вы со мной так разговариваете? Потому что вы задаете идиотские вопросы. Все, забудьте про работу, готовьтесь к операции. Да. Не волнуйтесь, все будет хорошо. К вам подойдет врач-анестезиолог, он с вами пообщается. Выбери тактику ведения. Здравствуйте, Илья Александрович, это Новобанк. Встречу в 11 подтверждаем. Хорошо, я подъеду. Аркаш, заканчивайте без меня, я буду через час. Так, а Савченко? Вася, зайди. Вася, а сделай-ка мне чаю. Мне мяту можно? Угу. С мятой. Геннадий Сергеевич, вы не волнуйтесь так. У Ильи Александровича, у него действительно не самый простой характер, но он лучший кардиохирург в городе. А я считаю, что он лучший кардиохирург в России. Все будет хорошо. Я надеюсь. Ну что, как он отреагировал? Сложный пассажир. Но думаю, согласится. Думаешь? Деньги предложил? Лев Семенович, у меня стратегия. Здесь деньги не главное. Деньги всегда главное. Во всяком случае, для Ладынина они не на первом месте. Ничего, у меня тоже своя стратегия. Я тут пока что надавил на нужные рычаги. Чтобы для него этот вопрос стал на первое место. Мы же пришли к взаимному соглашению, разве нет? Простите, но мы не можем реструктурировать ваш ипотечный кредит. А что изменилось-то? Это решение банка. Отлично. И что мне теперь делать? Ну, как крайний вариант, можно продать квартиру, купить меньше площадью, а разницей погасить ипотеку. А может, пока адвокат не пришел, присанем, а? Он отказался от адвоката. Не нравится мне все это. Наконец-то. Что? Наконец-то. Наконец-то кто-то пришел. А. Да не, это я так посмотреть на тебя пришел. Люди в зоопарке тоже думают, что смотрят на зверей. На самом деле наоборот. Еще неизвестно, кто в клетке. Неясно. А от адвоката ты зачем отказался? А зачем мне он? Не знаю.
Да. Непростой перец. Леня! Па, у нас уроки раньше просто закончились. Чего встали-то? Дома поговорим. Зашибись, блин. Батя? Да, батя. Фу, фу, Пау. Не боишься отравиться? Привет. Да, я привыкший. Не переживай, переварится все. Да? Ну да. Тогда дай денег, пока ты не умер. Ну, я тебя сразу же предупреждаю. С мясом взял последний, так что могу поделиться, кстати? Мне надо 600 тысяч. Сколько? 600. Ну что, сегодня все сговорились, что ли? Конечно, что ли? Нет, я, конечно, могу банк ограбить. Но... Я шучу, шучу. Подожди. Добрый день, Ольга Сергеевна. Повезло же психам, алкоголикам и наркоманам, а? Какая женщина их лечит? Павлов, ты семейный человек. Ланцет, у меня жизнь проходит. Мне 42 года. И тебе, кстати, тоже. Задумайся. Игорь Анатольевич, вас зовут. Бегу. Так, все, обед закончен. Держи, это тебе. Я не ем с бобрятиной. А ты представь, что это мраморная бобрятина. Хорошо еду выбрасывать. Боже мой, я осквернил чувство верующего психиатра. Да нет, просто нехорошо. Ольга Сергеевна, я не ваш пациент. И никогда им не буду. Не зарекайтесь. Если с ним что-то случится, я тебя засужу. Руки уберите, пожалуйста. Это ты во всем виноват. Руки уберите. Так, так, тихо, тихо. Что случилось? Я главврач. Мой отец в реанимации по его вине. Вы сами попросили выписку. Причем здесь я? Глеб Олегович! А кто мне сказал, что отцу ничего не грозит? Тихо, спокойно. Объясните, в чем дело? Сегодня утром моего отца выписали из кардиологии. А дома ему стало плохо. Мы вызвали скорую. Его привезли. Вы сами попросили выписку. Теперь кто-то виноват? А кто сказал, что ничего не будет? Значит так, мы во всем разберемся, и виновные будут наказаны. Пойдемте со мной, Глеб Олегович. Пойдемте, пойдемте. Ну зачем ты его выписал? Я тебя спрашиваю, ты что, меня попросили? Операция прошла нормально. Думаю, что через пару дней вашу жену переведут в общую палату. Доктор, доктор, постойте, постойте. Ну что, знакомы с вами, что? Ну, сегодня утром на дороге вы жену мою спасли. Ну, авария, помните? А, да, помню. Спасибо вам огромное. Да не за что, не за что. Это же тот самый доктор, который спас мою жену сегодня. Я, наверное, должен его как-то, ну, это, отблагодарить. Бадынина? Не получится. Ну, я слушаю тебя, слушаю. Как ты мог просмотреть пациента в прединсультном состоянии? Папа, это ненормально, я мне всю плешь проел. Выпиши, да выпиши. Ну что, его насильно держать, что ли, буду? Значит, должен был объяснить все риски. Я пытался, он меня даже слушать не стал. Ты понимаешь, ты не только себя, ты меня подставляешь. Ну, что ты волнуешься? Анализы в норме. И с момента выписки прошло больше 4 часов. Отказ от госпитализации они подписали. Им нечего нам предъявить. Олег Романович, можно? Нет, нельзя. Глеб, иди перепроверь всю историю, мало ли что там. Я заведующий отделением кардиологии. Мой пациент – мое дело. Да, это твое дело. Но делаешь ты это дело в моей больнице. В государственной. В моей, поверь, в моей. И я не хочу, чтобы завтра в газете появилась статейка за подписью этого ненормального. Ты ел? Пап. Супу поешь.
Ну все. Ну что все? Ну правда, первое надо есть. Глеб, ну неужели ты не понимаешь, как маленький ребенок? Детки, детки. Наташ! Наташа, что там у тебя? Илья Александрович, вас у лестницы человек ожидает. Мы не закончили с вами разговор. Вы зря тратите мое время. Переходите сразу к угрозам. Если с ним что-то случится, вы подадите в суд и все такое. Вы не слышите меня, Илья Александрович? Я ведь на вашей стороне. Даже так? Я понимаю всю сложность вашей профессии. Одно маленькое неловкое движение руки, и жизнь человека обрывается. Но как же жизнь хирурга? Ведь ему надо кормить семью, оплачивать ипотеку, в конце концов. Так вот, завтра на операции, если у вас, не дай бог, дрогнет рука, я готов компенсировать все ваши моральные неудобства и решить все ваши финансовые вопросы. Вот оно что. Понятно. Пошел вон отсюда. Ведь вы поняли, что я от своего не отступлюсь. Не торопитесь с решением. Мы с тобой так толком и не познакомились. Глеб. Свет. Дай сразу на ты. Сочувствую тебе. В смысле? Ну, с выбором кандидата для твоей статьи. А, Ладынин? Ну да, клиент неконтактный, и в статье одни пробелы. Я не знаю, что я буду в редакцию сдавать. О. У него завтра операция на открытом сердце. Знаю, он запретил мне завтра появляться. Что я буду в статье писать? То есть тебе завтра выговор влепят? Ну да. Слушай, а может быть, я тебе статью напишу? Бурный день кардиолога. А правда, что кардиологи — это не состоявшиеся хирурги? Нет. Там все сложно. А как ты стал кардиологом? Вас же называют таблеточниками. Слушай, у меня есть к тебе деловое предложение. Давай ты обо мне вообще не будешь упоминать в своей статье, а я завтра проведу тебя на операцию Ладынина. Договорились? То есть завтра в 8 утра у приемного отделения. Окей, супер. Давай. Что сегодня такое было? Я с кем разговариваю-то? Ты почему чужую машину стекла моешь? Тебе что, карманных денег не хватает? А мне их кто-то дает? Сколько можем, столько и даем. Что лучше было бы, если бы я воровал? А тебе чего не хватает? Некоторые дети такого не имеют. Все равно к лучшему стремятся. Чего из тебя такого выйдет-то? Ну уж, наверное, не такой гений, как ты. Маме не говори. Забрать планшет — это не выход. Воспитывай тогда сама. А я чем занимаюсь? Поэтому на дороге машину моют? А мальчику нужно мужское воспитание. Если бы ты побольше уделяла ему внимание... Я вообще-то работаю. Если бы твоя работа еще и деньги приносила. Банка? Я был в банке. Они отказались реструктурировать кредит. И что ты будешь делать? Да ничего, как все. Продам почку. Смешно. Давай думать, где можно занять
Может быть, Федулова попросить помочь? Я слышала, что он помогает своим сотрудникам. Может быть, сразу на паперть пойду? А Павлов? Павлов, кстати, предлагал. От чистого сердца. 200 рублей и полпирожка. Я могла бы спросить у Кати. Мне еще не хватало у твоих подруг занимать. Послушай, у меня на работе... Настя, это моя проблема, я ее решу, хорошо? Каким образом? Еще раз тебе говорю, это моя проблема, я ее решу. Я сказал, точка. Ты можешь со мной нормально поговорить хотя бы раз. Я не понимаю, кто мы друг другу. Муж и жена, или Ленины родители, или просто два чужих человека, запертых в этой квартире, за которую еще ипотеку надо платить. Ну, ты понимаешь, что я ради тебя иду на риск? Надеюсь, вы не ко мне? Конечно же, к вам, Илья Александрович. Ну все, теперь рули сама. Скажите, а правда, что вы маньяк? В смысле? Ну, мне сказали, что вы готовы на все, чтобы провести очередную операцию. Если стоит выбор, резать или нет, то вы выберете первое, отбросив риски. Вы любите писать статьи? А что? Наверняка любите. Так вот, я люблю оперировать. Это, по сути, одно и то же. Поиск недостающих деталей. У вас слов, у меня патология, которая мешает работать организму. Механизм сломался, его нужно починить. То есть человек-механизм? Кусок мяса? Называйте, как хотите. Моя задача, чтобы организм работал как часы. С помощью скальпеля? С помощью рук. Скальпель — это всего лишь инструмент. Илья Александрович, Михалюка уже повезли в операционную. Даже не думайте, я вас предупреждал. Но мне показалось... Вам только показалось. Наш сеанс окончен. Как, Глеб Олегович? Хорошо? Будьте все вопросы к нему. Себя тихо, как мышь. Так, иди сюда. Оп. Давай.
почему дома? Я думал, ты сегодня работаешь. Да, я отпросилась, плохо себя почувствовала. А ты почему не в школе? Я тоже плохо себя почувствовал. Чайку мне сделай. Сахара побольше. Мам. Вы с папой разведетесь? Чего ты спрашиваешь? Ты хочешь, чтобы мы развелись? Мои родители развелись, когда я училась в 9 классе. Я очень переживала. Все, все, хватит. А я не буду. Тебе сейчас так кажется. А какая разница? Его все равно все время думает. Лен, я твой отец. Отец? Вот и Петя отец. Он его все время и на футбол водит, и на рыбалку, и походы какие-то постоянно с палатками. Ну, наш папа такой. Какой такой? Такой. Он вообще никакой. Никакой у нас папа. Он вообще, наверное, первый раз вчера вспомнил, что у него сын есть. Все нормально. Набери папу. Сейчас. Все, все хорошо. Илья Александрович, у вас телефон звонит. Выключите. Все готово, можно работать. Тут человеку плохо. Я не знаю, что маме плохо. Да. Ищи лед. Зажим для аорты. Плегея. Плегея идет. Угу. Скальпель. Аркаша, отсос. Отсос. Шьем.
Желтуха, свинка. Коль. У меня в кардиохирургии муж работает. Ладынин. Вы не могли бы ему сообщить? Минуточку. Здравствуйте, приемная. Тут жена Ладынина поступила. А, спасибо. На операцию. Так, дальше. Аллергия на лекарства. Трициклин. А Павлов? Павлова? Нина Ивановна, нужна срочная реанимация, уже 55 на 40. Тихо, 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 тихо. Бежим, 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 бежим. Глеб Олегович, у нас острый коронарный синдром у молодой женщины. Слушай, послушай, все будет хорошо. Куда вы ее везете? Ну что, зашиваем? Давление падает. Систола 70, частота пульса 130. У нас фибрилляция? Илья Александрович. 130 лидокаина. Есть. Дефибриллятор. Нажмите. 75 разрыв. Готово. Шустрее, хорошо. Руки от стола. Разряд. О. Разряд 150. Возьми же, ну! Брадикардия не проходит. Кубикотропина внутривенно. Быстрее. Сделали. Качаем. Так, дефибриллятор срочно. Заряд 100. Набрано. Руки убрали. Разряд. Заряд 150. Руки убрали? Набрано. Разряд. Так, интубируем. Клинок. Трубочку. Включили к дыханию. Кубик адреналина быстро. Сделали. Руки от стола. Разряд. Возьми трубку. Так, заряд 200. Руки убрали. Разряд. Качаем. Сколько мы ее качаем уже? Уже 40 минут прошло. Так, заряд. Набран. Руки убрали. Разряд! Синусовый ритм остановился. Все, завелся. Это что было? Ну, сейчас все в порядке, в норме. Аркаш, дышивай.
Все, Глеб, хватит. Остановись. Тебе нельзя туда. Примите наши соболезнования. Мы сделали все, что могли. Нет, Людочка, знаешь, что у меня в это время жена в реанимации умерла? Тоже ведь не фунт изюма. Илья Александрович, вы наш герой. Прогиб защиты на Аркаша. Я же искренне. Я так и понял. Что еще? А вы куда убежали? Михалюк умер.